Сегодня у нас 9 мая 2016 года. Это поселок Потеряевка. Вот это у нас храмовый пруд. Вот он, храм у нас виднеется. Сегодня у нас понедельник. Вчера было богослужение. Вот. Вот такой у нас сейчас пруд. Я уже показывал его. А вот откуда мы начали садить ветла. Черенки от ветел. Вот так вот мы стали садить. Вот дальше пошли. Тут слишком часто не стали садить, потому что тут большие деревья. Корни тут хорошие укрепляют. Вот сейчас покажу ту сторону. Сейчас. Раз. Оп. Вот здесь мы уже начали. Одним пока посадили тут. И стали тоже чистить. А здесь вот пошли почаще уже. Вот здесь вот тоже начали. Вот пошло. Здесь еще с того года шифер лежит у нас, который мы закрывали. А потом решили оставить пока. Потому что надо, чтобы кроме вот этих колышков, ветлы, еще и трава проросла. Все это корнями укрепилось от травы. Вот. Вот оно, видно, что мы водой заливаем. Так лучше колышки вбиваются. Да и она лучше возьмется с влагой. Хотя земля еще здесь сырая. Вот. Вот столько мы уже прошли с утра с братьями, с Божьей помощью. Вот старые эти спилины в том году. Все цветут. Эти вот мы тоже посадили, распилили цветущие листики, которые уже распускаются. Это вот у нас память, даже ролик записан, как мы здесь вытравливали большой хвост, шершней называется. Вот. Вот Виталий уже скоро к концу подойдет. Еще немного. Заканчивает уже. Так, он отверстия делает. Большие. Что, достаточно? Нет, надо будет дальше. Вот так полностью поворот пройти. Вон до шифера. Потому что здесь слабо. Да, потому что здесь слабое место. Чтоб не промыло. Ну да, так же. Вот. А вон у нас брат Никита. Я его решил заснять, как он работает, а он меня там фотографирует, успевает. Вон он сидит, наш тарзан, среди веток. Вот, смотри, ветка, вот какой я пилю. Какой? А-а-а. Понятно, ты как бы совмещаешь приятное с полезным, да? Вот интересно у нас. Это вот слив был раньше здесь. Вот он какой. Тут вода шла. Вот интересные деревья есть. Какая у них все-таки сила в деревьях. Какие наклонные, идут параллельно земли и держатся, главное. Какой Господь им силу дал. Он наш брат Никита. Трудится, старается. Берегись! Давай! Вали! Подойди.
О, повисла. Вот, пошла. Бац. Готово дело. Это сейчас брат у нас же как профессионал валит ветки эти, отпиливает. Быстро получается. Ну вот так вот. Слава Богу за все.